сапогов бузами. О, райда, о, райда, шибляри шасада. О, райда, о, райда, шапсала барахари. О, райда, о, райда. Ауш-Хафит – это не очень большой аул, расположенный на правобережье долины реки Аше, в 2 километрах от ее устья. Тут же в устье находится маленький курортный поселок Аше, в котором живут многие адыги-шапсуги долины Аше, либо просто работают здесь в летний сезон. У многих здесь дома гостевые для туристов. Аул расположился на хребте вдоль дороги вверх на скальный перевал, который до 1970-х годов перекрывал путь верховья реки. Старый квартал расположен в самой верхней части. В годы после Кавказской войны в долине реки Аше были расквартированы кавказские линейные батальоны для поиска и выселения с гор оставшихся адыгов-шапсугов или последующего контроля тех, кому разрешили вернуться для поселения. Командиром первого батальона был капитан Мухортов. К сожалению, я только мог узнать его инициалы А.Т. Полное имя пока не нашел. Вот этот Мухортов приобрел участок земли в долине реки Аше. Он усыновил адыгского мальчика-сироту и ушел на пенсию. Видимо, как говорят местные, очень тяжело на него повлияли события последних лет Кавказской войны. На приобретенных землях он построил дачу и устроил хозяйство, виноградники и сады, где работали адыги-шапсуги из ближайших аулов. Так это местечко получило название Мухортова поляна. Адыги-шапсуги очень уважали Мухортова, несмотря на его участие в военных действиях в конце Кавказской войны. По всей видимости, эта война очень поменяла его взгляды. В начале 20 века он от болезни умер его приемный сын, а следом ушел и старик Мухортов и его супруга. Местные жители построили семейный акрополь для его семьи. Он сохранился и расположен рядом с дольменом в восточной части аула на территории частного дома. Склеп открыт для посещения туристами. Название «Шхафит» появилось уже после революции. В 1920 году бывшие земли Мухортова были реквизированы государством. В 1925 году, по ходатайству Шапсугского ревкома, часть бывшего имения Мухортова, примерно 40 гектар, была передана в состав Шапсугского района, новообразованного, для организации нового переселенческого поселка, получившего официальное название Шхафит, то есть «Свободный». Заселение Шхафита начали переселенцы из аулов Хаджико и Калеш в 1927 году. Среди первых поселенцев были семьи Шхалаховых, Вашевых, Схабо, Хейшхо, Сизо, Хушт, Тох и Тлиф. В 1930 году в ауле проживало уже 103 человека. А Тешев, краевед, выводит название аула Шхафит на основе адыгского шха – голова, фит – волен, вольный, с общим переводом слова как «свобода», «освобожденный», «село свобода», по сути. Сегодня аул относится к внутригородской территории Сочи, потому понять, сколько людей в нем проживает, затруднительно. По общим оценкам, около 200-250 человек. В ауле работает своя школа и дом культуры, хотя основные танцевальные коллективы, как и везде в Лазаревском районе, собираются для занятий и выступлений в адыгском центре в Доме национальных культур поселка Лазаревской. В Шхафите находится основной офис некогда огромной организации «Шапсугский чай», ныне разделенной на части и преимущественно недействующей. В ауле Шхафит проживает знаменитый общественник старейшина Мурдин Шугаюбович Тешев, знаток истории адыгов-шапсугов и очень уважаемый человек. Недавно к нему приезжали представители адыгской диаспоры Турции на мотоциклах, передавали привет от общественных организаций Турции из адыгов. В ауле Шхафит находится крупный центр шапсугской культуры, где летом проходят танцы и вечеринки. Чуть далее, к северу от аула Шхафит, расположился небольшой адыгский поселок Хатлапе, также отнесенный к микрорайону Сочи. Аул был постепенно основан в середине 20 века на базе садоводческого и пчеловодческого хозяйства, располагавшегося в этой местности. Название с адыгского языка переводит как «собачья лапа». Это место популярно у туристов по двум причинам. Здесь находятся белые скалы, природный памятник, манящий своей красотой. К северу отсюда расположились дольмены урочища Капебби. Это примерно как балка с гнилушками, переводится с адыгского. Третий из этих дольменов находится на верхнем хребте, куда не каждый турист пойдет. Он особенный, так как не имеет верхней крышки и изначально поставлен вверх ногами. Здесь же в окрестностях встречаются кузни древних дольменных кузнецов и могилы кузнецов, наполненные металлическим шлаком. Название реки Аше по некоторым версиям переводится как оружие, намекая на наличие здесь древней культуры кузнечного ремесла с использованием низкопробного железного сидерита. По всей видимости, железо здесь умели плавить еще 4000 лет назад в эпоху бронзы. В послевоенные годы, когда побережье стало зарастать, земледелие заглохло, край не получает экономического развития, царское правительство решило
тех адыгов, которые в этих местах жили, были изгнаны. Угу. Кстати, вот эти аулы недалеко от Краснодара, Афипсип, Хаштук, Псайтук, Панахас, эти аулы обосновались из тех шапсугов, которые отсюда были изгнаны во время Русско-Кавказской войны. До сих пор старики эти называют нас хакуш, значит, отчая земля, старая отчая земля. Вот поэтому спустя 10 лет, 12 лет, начали, ну, с такого негласного согласия императора и местных властей, адыги начали возвращаться на свою историческую родину. Вот взять мой аул Большое Псюрхо, они жили после изгнания эти годы, так называемый Хаджамукахабз аул. Сейчас это место носит название Дундуковское. Это произошло где-то 1874-75 годы. Ну, короче говоря, спустя 10 лет после войны. Вот если взять кичмайцы, они несколько семей умудрились все-таки спрятаться. И когда они в безвыходном положении стали, ну, кушать нечего, одевать нечего, годами прятались и начали кучковаться возле воинских постов в Кудепсе-Адлере, города Сочи. Если вы заходили в музей, там есть старики, первые 6 стариков, которые вернулись, значит, это с официального разрешения царских военных властей. А если взять аул Агуй, агуйцы помирились во время войны, значит, как замиренные черкесы были. Они не покинули далеко свой аул, но они жили где-то километров 15 в горах. Да, выше. Да. И вот это нынешнее село, оно образовано после Русско-Кавказской войны, потому что, хотя император разрешил вернуться адыгам, но строго существовал режим не заселять черкесов ближе 10 километров от моря. Я не знаю, чего они так боялись, но они хотели какой-то барьер сделать между адыгами и Турцией. Русские полагали, что мы особо приверженцы Турции, но адыги этих турок били так же, как и всех, потому что турки, они неоднократно пытались военным путем завладеть Кавказом, чтобы соединиться с единоверцами Средней Азии, создать великое государство Туран. Но это стремление до сих пор у турок вот здесь вот тайком носит. И в этом деле даже открыто высказываются Алиевы и отец, и сын. Азербайджанский президент, они по национальности почти турки, мусульмане. Вот поэтому, значит, русские боялись, что мы имеем тесные контакты. Но с турками окончательно порвали свои отношения, потому что в ходе Столетней войны неоднократная просьба делегации адыгов они ни разу не удовлетворили. Вот это вот в себе тоже вернулись с Тахтамукая. Вот. Они там в изгнании жили, вернулись туда. А такие аулы, как Цыпка, Наджиго, Головинские, адыги,
Это производная от Большого Псюшка после... Выселились после. Да, русско-кавказской войны. Они просто отпочковались. А аул Талапш отпочковался от Хаджико, первого аула. Вот таким образом пустили корни. А в долине вот здесь Хаджико, Калеж и Шхафит? Они тоже вернувшиеся оттуда, с разных мест. Больно. Кто с вот, Тундуковской, кто с Афипсипа, кто с этих мест. Угу. Тут, кроме вот этих нескольких семей кичмайцев, никто не оставался. Угу. Вот. И замиренные вот эти вот агуйские, они заключили договор с военными властями, и их никуда не вести. Вот такая этот, предыстория. Потом...